Итак, всем доброго времени суток, мои дорогие друзья, подписчики, гости YouTube канала. У нас очередная посылочка с Алиэкспресса. Вот, сейчас быстренько распакуем, посмотрим, что же у нас пришло. Большая такая вот упаковочка. Вот, я думаю, что зимняя у нас тут такая вот тематика. Посылочка реально огромная. Сейчас быстренько посмотрим, что же у нас здесь пришло. Так, пакетики у нас больше ничего нету. Очень много пупирки. Сейчас ее убираем. Так, и первое у нас такая вот какая-то резеточка. И здесь у нас что-то пострадало, видите? Колка пострадала. Так, что же у нас тут такое пришло? Пришли у нас вот такие вот рукавицы с подогревом. Да, рукавицы у нас тут с подогревом. Очень тяжелые. Честно говоря, даже тяжелые. Такая вот зарядочка с китайской вилкой. А, для того и положили вот. Это, наверное, переходник у нас. Смотрим, переходничок. Переходничок у нас в таком мешочке. Вот. Все, конечно, шикарненько, все, конечно, по-суперски. Даже никаких, как говорится, претензий. Да, такой вот переходник. Вот. Все так цивильненько. Как она щелкает, страшно. Вот. Как она закрывается просто нажатием. То есть все закрыли. То есть нажимаем вот. Это довольно-таки прикольно. Так, ну нам нужна вот эта вот резеточка. Вот. Такая вот под евро. Ой, под нашу. Обычная. Здесь тоже вот такая вот. Как она щелкает, страшно. Такая вот штукенция. Это у нас под евро. Резетку. Прикольненький такой вот у нас вообще. Я такой вот переходничок бомбезный. Так, дальше зарядочка. Зарядочка у нас вот сюда. Вот. Переходничок. Здесь у нас специально такой вот толстый провод, кстати. И два выхода, чтобы зарезать сразу двое рукавиц. Рукавицы у нас реально тяжелые. Вот. Здесь, наверное, внутри запасные аккумуляторы. Да, что-то есть, запасные аккумуляторы. Ох ты, да, вот такие вот аккумуляторы. Мега. Так, что у нас тут? 7,4 вольта. 2600 мАч. Нехило так, конечно. Тут все так у нас герметично. Все по-китайски написано. Вот. Таких вот хороших, увесистых. Так, ну что ж. Комплектации разобрались. Вот. Вот так вот. Коробочки берем. Ок. Вот. Теперь про сами рукавички. Рукавички. Что же нам тут занадит? Так, вот это вот уже сюда. Так, кстати, сюда вот включается. И заряжается аккумулятор. Да. Так, что же нам по рукавичкам? Такие вот манявые рукавички с подогревом. Вот, с тачскрином на один палец. Да. Такая вот брезентовая. Я так, честно говоря, думал, что будет. Так, на мою руку. О, на мою руку налазит. Реально налазит на мою руку. Это здоровый, огромный просто размер. Я не знаю, как они так. Вот. Рукавичка. Вот. Такой вот у нас снимается карабинчик. Вот. Сейчас покажем внутренний мех рукавички меховой. Такой вот. Ворс меховый. Ну просто суперски. На руке просто сидит идеально. Вот. Это зимние специальные рукавички. Сейчас посмотрим, тут у нас походу должен быть разъем. Да, вот у нас тут такой вот разъемчик.
Подключаем аккумулятор и увидим, что же у нас произойдет, чудо или не произойдет. Честно говоря, включать их не знаю, или они сами включаются, или включать надо. Сейчас мы это закроем и это проверим. Вот это вот все дело. Конечно, вот этот аккумулятор сверху, это конечно. Так, ну что ж. Да, реально греют. Да, реально все греет. Вот. Конечно, было бы и проверить на морозе. Это заказывал, попросили меня заказать. Сейчас подключим другую рукавичку, другой аккумулятор. Вот. Правда, вот эти вот аккумуляторы, честно скажу, неудобные. Ну, видите, вот. Честно говоря, аккумуляторы неудобные. Вот эти вот так вот. Они здесь вот так вот торчат. Ну, я не знаю, так что сразу суперски греет. Ну, греет. Греет отличненько. Не прямо так, как не разогревается. Да. Накаливается здесь вот. Это что-то. Тоже вот это вот накаливается, греется. Да, в них уже аж жарко. Вот такие вот у нас рукавички. Ссылочка в описании. Рукавички, если в сильный мороз, реально классно, тепленько. Правда, ну, конечно, тяжелые. Ну, минус, что тяжелые, ну, и за счет аккумулятора. Чтобы надолго хватило. Вот, мне уже в них уже жарко, греют. Все реально работает. Комплектация суперская. Будем их сейчас отключать, а то еще сгорят. Так, ну, провода у нас тут не греются. Не, ну, тут провод толстый провод, хороший толстый провод. Аккумулятор реально греет. Реально все работает. Так что ссылочка в описании. Ценник не дешевый. Может быть. По-моему, там. Я не помню. Ссылочка будет в описании. Зайдете, посмотрите. Заказываю вас на 11.11. Вот сразу вот сейчас плюс. Что сразу можно заряжать два аккумулятора. Что у нас там? 240. 8,4 вольт, 1 ампер. Чего? Всего лишь 1 ампер. Слабенько, я думаю, что будет долго их заряжать. Эти вот аккумуляторы. Ну и вот такой вот у нас переходничок. Европа. Да. Еще знак качества. Знак качества есть. Так что вот такие вот у нас посылочки с посылочка с AliExpress. Можем рекомендовать. Вот. Используем. Всем пока. До новых встреч.